3 июня на мототрассе МХ Вознесенка Приморского края прошли соревнования по бегу велогонка, спонсорами которого были Аверченко Андрей Михайлович, Гурин Григорий Анатольевич, Губин Андрей Владимирович, Чендай Король Агра. Гонки были посвящены Дню защиты детей. Дети 3-4 лет принимали участие в заездах на беговелах. Это велосипед с колесами и без педалей. Чтобы на нем проехать, нужно отталкиваться ногами. Трасса для детей длиной около 100 метров. Детьми очень сложно. Не все из них могут выдержать регламент. Кто-то хочет играть, у кого-то уже время ложиться спать. Нешуточная борьба разгорелась на соревнованиях маленьких спортсменов. Здесь было непонятно, кто переживает больше, дети или их родители. Каждый старт и финиш сопровождался подбадривающими криками, аплодисментами и свистками. Даже глава городского поселения, совет Владимир Яхарович, подписывался на гонку. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые взрослые. Я всей души приветствую ваше соревнование проводить на территории Ярославского городского поселения велогонка. Ну, уже не первый раз проводится соревнования по различным видам спорта. Я также присоединяюсь к словам ведущих, поблагодарить Александра Александровича Маринюка. Он на добровольных, на общественных началах сам участвует, организует это дело, молодец. Мы таких людей не так уж много. Для самых маленьких и неопытных детей в возрасте от 1,5 до 2 лет организатор Александр Маринюк предусмотрел общие фан-заезды, где призерами стали абсолютно все дети. Ребят, привет, привет. Вот подготовил на трек, подготовил, но не один. Мне помогали ребята, вот Андрей, Софья, идите сюда, чтобы вас видели, чтобы люди знали, кто помогал. Андрей, сильные руки. София, его подруга. Молодцы, помогают. Вот. Всеми силами старались, сделали, чтобы все это организовать. И, конечно же, спасибо спонсорам нашим. Это Аверченко Андрею Михайловичу, Бурим Григорию Анатольевичу и Губину Андрею Владимировичу. Эти люди, я к ним подошел, спросил, поможете финансово. Они сказали, да, поможем. Все, выделили немножко денег каждый. И все это организовали.